Мы на ВДНХ в Москве. Смотрите, какая тут красота. Прямо какой-то цветочный садик здесь небольшой. Ну чё? Ты не успела спрятаться. Очень много еще чего ремонтируется, но есть уже и то, что открыто. Я думаю, что Дружба народов сейчас будет открыта. Вот этот, правда, корпус обнесен еще заборчиком, что-то там делают. И везде на заборчиках написано: сегодня стройка, завтра история. Сегодня необыкновенно красивое небо. Вот вплоть прямо до грозовых тучек, и небо синее все вместе.